Всем приветики, ребятки! Вы на канале Katie's Games, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру I Hate This Game. Я ненавижу эту игру, но на самом деле я ее обожаю, потому что она капец какая классная. Сегодня я хочу с вами проходить необычные уровни, я хочу проходить экстра уровни, потому что эта игра, к сожалению, не заходит. Вот она не залетает, не заходит. Поэтому давайте мы с вами... мы не можем их, да, проходить? Ну ладно, тогда мы будем проходить обычные. Да, давайте проходить обычно, что нам делать? Я тут уже посмотрела, сколько нам осталось. Нам осталось еще дохренища. Вот, я так поняла, вот. Вот, все, начинаем, да? Что, это загрузка или как? В прошлой серии, прикиньте, я капец лапшарой была. Я капец лапшара. Пиши в комментах слово лапшара. Так, я была капец лошарой, потому что я подключила наушники. Так. Ну подожди. Может не сюда. Подожди, надо было ее, наверное, вот сюда. Вот так вот, да? Короче говоря, я же подключала наушники. Нам в любом случае туда, да? А как? Подожди. Все-таки мы можем прыгнуть, да? Короче, до этого у меня прыгнуть не получалось. Так, снимаю подряд вторую серию. Скорее всего... Подожди. Наверное, надо... Нет, подожди, надо по-другому. Надо по-другому, я поняла. Короче говоря... Скорее всего, вы смотрите подряд две серии, потому что там вообще... Блин! Слишком толкнуло. Потому что там просто офигенская игра. Вот, поэтому вот. Что еще хотел сказать? Так, иди спокойно. Иди нормально, иди. Вот так вот. Ну вот так, я думаю, хватит. Я прошла! Я в прошлой игре, я начала говорить, не договорила, да? Я в прошлой игре тестировала USB-наушники. USB-наушники, если что, вместе с микрофоном, они не подключаются, вот. Поэтому я ставила выходной поток именно на них. Они не... Перерыв? Какой? Ну вот, встань. Делаю перерыв, чё. Я ставила конкретно на них. И они не работали. Потом я поставила случайно другой выходной поток. Я забыла его переставить. Вернее, я его перепутала. Я не то, что забыла, я его прям конкретно перепутала. И из-за этого звука видео у меня не было. Чё? Все, поспал? Ты спишь? Внимательнее. Вот, и, короче говоря, 8. Ага, и вот, и звука у меня не было, и я что-то тупанула, я даже не заметила, что он не идет. Вот, и поэтому, собственно, прошлая серия была без звука. Но эта серия у нас со звуком. 8-5. Эта серия у нас со звуком. Вот, 8-5. Ну, тут 8 есть. А куда ж еще? 4. Опять над этой, да? Подожди. А как? Хрена себе, как это сложно. Подожди. 8. 5. Офигеть. Можно мне хоть какой-то пол? Так, подожди, 4 в конце, да? Значит, нам надо этой найти. Ну, или максимально к ней приближенную. Нет? Не надо? Подожди. Ну, как-то же должно здесь быть вот так вот. Тук 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 тук. Подожди, не получается. А тут больше нет ничего. Ну вот, четверочка, она явно отсюда. Хотя я не могу утверждать. Я не могу это утверждать. Еще, кстати, я по-новому камеру поставила, чтобы она не мешала, не загораживала левую часть экрана. Но при всем при этом теперь я сижу боком. То есть до этого, если я сидела к вам передом, ну, почти прямо, да, то сейчас я уже 8 сижу боком.
Подожди, 4? А 4 тогда вот сюда? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В смысле, я ж теперь не найду? Ты стебешься? Еще и новый код! Ядрен батон! Так же... Классно! Зашибись! Сейчас как упадет подо мной, да? А так же нельзя, надо же предупреждать, что они падать будут. Алло, так нельзя. Они на тех же местах, да? Че, один везде по одному? Давай я просто везде прыгну. А, нет, смотри-ка, тут 6. Тут 6, а тут какая? 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, подожди, 6 же, я бы дальше на 8 пошла. 4, да? 2, 3. И давай-давай, 4, пах, уху, мы прошли. Куда внимать? А, все, гравитация. А! Давай, прыгай. Ай, ядрен батон. Подожди. Да? Как я, почему я перепрыгиваю? Вот так вот. Так вот. Подожди. Все. Че, в чем прикол, Дэс? Давай, поднимайся. Во, все. Нажми Т, если хочешь открыть подсказку. Не хочу. Не хочу. А! Юти же, пассати же. Че за Майнкрафт? Ай-яй-яй-яй. Ядрен батон. Смотри, как прикольно. Я паркуристом была в Майнкрафте. Это было слишком легко. Кого уменьшу? Кого уменьшу? Ну вот уменьшил. На. На, уменьшил. Все уменьшило. Все на минимуме. Нет? Так не работает? Че? Уменьши. Ну, куда? Куда уменьшить? Подожди, а кого уменьшить-то? Подожди, чё, кого уменьшить? Ну, это увеличить называется. А кого уменьшить-то? Если она... Вот так? Чё не так-то? Ай. Я не допрыгну. Так. Ну подожди. Ну давай вот до сюда добежим. Давай вот до сюда. Нам надо ее уменьшить. Может быть, мы как-то сделаем. Ай. Вон оно что. Оно не делается с нами. Ну вот. Нет? А в чем прикол? Ну подожди, а в чем прикол-то? Я понять не могу. Давай еще раз вот так. Нет, нет, мы заново начинаем. А как уменьшить-то? Как? Как? Че ты от меня хочешь, игра? Че ты от меня хочешь? Подожди. Давай вот так вот. Ай! Етрить, колотить. Хорошо. Так, окей. Ай. Ай, больно. Упала так. Ну вот, смотри, мы встали. Ага. Уменьшил. Нет? Чё ты от меня хочешь? Чё?
Поставь слайдеры в порядке убывания. Ядрёна вошь. Ты стебёшься? Вот так, что ли? Я звонителя уменьшу. Типа от большего к меньшему, что ли, стрелочка была? А, и вниже оно, так что. Да и дрель колотить. А, вот я тормоз. Скопируй мою любимую фразу. Ну вот. Ну вот. Ctrl-C, Ctrl-V. Какую твою любимую фразу? А как, я ее выделить даже не могу, в смысле? Ну дай мне хоть выделить, тогда я скопирую, нет? Нет, дай выделить. Как я тебе скопирую? Ну подожди, Ctrl-C, Ctrl-V. Нет? Давай человечка скопируем. Ctrl-C, Ctrl-V. Нет, как скопировать-то? А какая? А тут ничего не копируется. А как? Ctrl-C, Ctrl-V. Ну в смысле? Может быть, вот так вот? Нет. Нет, ну я не могу так нажимать, типа прыгать, нажимать Ctrl-C. Этот, когда прыгаю, тык. Подожди, вот так вот, вот так вот. Не могу я, так, у меня не такая распальцовка. Дайте подсказку, а? Дайте подсказку по-братски, я не могу. Какую твою любимую фразу? Какую? Подожди, дай нос потешу. Лёшка. Какую? Какую любимую фразу? Я не поняла. А ты понял? Ну-ка, подскажи мне, я не поняла. Вообще не поняла, как ее скопировать-то? Ну, я ничего, вот я тыкаю, ты даже можешь слышать, что я яростно тыкаю. Язык, давай подождем подсказку, я тебе пока свои ногти покажу. Смотри, какие офигенские, а. Смотри, какие классные. Хэллоуинские. Смотри, какие офигенские, ой, я не могу. Короче, хочу сделать стрим на Хэллоуин. С, собственно, про какую-нибудь страшную игру взять. Вот, поэтому если у тебя есть на примете какая-нибудь игра, которую ты хочешь посмотреть, возможно, какая-то она маленькая, поэтому надо будет еще несколько игр, да. Вот, то скидывай мне, если я найду такие игры, потому что пока я найти не могу ничего интересного, к сожалению, у меня, ну, пока с поисками так себе. Вот, и поэтому... Ты мне факт пока... А он мне факт показывает, смотри! Смотри, факт показывает! Подо мной прям факт показывает. Ты офигел, блин, найди сам жопу. Этот, короче говоря, сделаю стрим, если найду игры. Пока у меня с поисками так себе, я не умею искать. Какую? Ну вот так давай выйти. Какую? Ну какая твоя любимая? Ну давай вот так, подожди. Вот так, тынь-динь-динь. Подожди, тынь-динь-динь. Тынь-динь, тынь-динь. Тынь-динь, тынь-тынь. Тынь. Тынь. Ты серьезно? Ты серьезно меня заставил туда идти? Вот ты жопа. Фаза луны. В смысле фаза? Я откуда знаю? Подожди, это первая фаза. Это вторая пусть будет. А это давай, во, все, просто методом тыка. Я только хотела сказать методом тыка. Ай. Подожди. Ядрён батон. Еще четвертая, а я, может, так допрыгну без четвертой? А, четвертая дверь открывает, понятно. Да, я бы и так допрыгнула. Со второй. Невидимый путь. Так он же невидимый. А, ни хрена себе ты придумал. Ни хрена себе ты придумал. Подожди. А подожди, а как? А, как на отбой, блин. А в смысле невидимый? А я не могу. А, могу. Ядрёна вошь. Подожди. Я хотела прыгать наугад.
А как? А, понятно. Хорошо. Подожди. Уже 15 минут серии идет. Кабздец, я тут. Заигралась! Я прошла! Ура! Ура! Инверсия. Я сейчас упаду. Ой, я лошара, я не могу. Два раза вниз, один раз. Чего? Куда? Давай мы сразу сюда перепрыгнем. Что это? Нет, подожди, надо, чтобы одна вот так была? Ну нет, это так не работает. Подожди. А, в смысле, их вот так надо выстроить, да? Вот так в ряд? Или, инверсия. Ну да, инверсия — это другое положение, понятно. А зеркалина? И все? Циклорама? Циклуб. В смысле, подожди. Мне что, прям запоминать, что ли? Ну, смотри, я пока не упала. Уже упала. Уже упала. Ты что, стебешься? Ай, подожди. Она меняется с какой-то периодичностью или нет? Подожди. Я, кажется, на краю стояла. Это, конечно, приколдес. Ага. Я докуда-то допрыгнул. Я ушла. Зомбоящик. Е. Один дерево. Ага. Давай. Ага, помей. Это Хэллоуин. Это Хэллоуин, я знаю, я знаю. Смотри, людей. Это что перерабатывать? Людей перерабатывать? Такие люди. Весело, весело. Весело. Курим. Что это на какую-то фигню похоже? Я знаю, для чего это фигня. Никогда этим не пользовалась и не буду. И вам не советую. Вот, опять помехи. Детектив. Это расследование. Это расследование, поиск вот этих вот людей, которые вот здесь. Вот их украли, их сюда посадили. Их вон по-всякому штырит и выбрасывает каким-то воздухом. А потом вот сюда из них выжимают все соки, всю кровь. И потом такие пак-пак-пак-пак и выкакивают. Вот, а потом их детективы вот здесь вот, собственно, ищут. Такие, где же этот бомж Пётр? Надо его найти. Он, конечно, никому не сдался, но больше нам искать некого. Больше никого искать не хотят. Видимо, всех остальных родственники не любили. О, котики. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Понятно. Тринадцатый. Здесь должны быть два скелета, но сейчас они ушли, чтобы не нарушать авторские права. Я чего-то не знаю, да, это из какой-то игры? Или как? Печально, что они ушли. Я, может, их увидеть хотела. Почему вы не думаете о других людях? Это что, это звездное небо? Ну ладно. Там где-то комет летают, наверное. Инопланетяне такие в ответ смотрят, такие на нас с тобой, такие, элементарно решить не могут. Чё, все? О, уточки, смотри, уточки. Где уточки? Смотри, музычка. Кря. Дальше. Переходим дальше. Обидно. Обидно. Обидно выглядит. Ну зачем? Зачем так? О, это я. А это я. Это я. А это тоже я. Нас теперь двое. А теперь нас будет трое, да?
Или как? Я все жду какого-то скримера. Если он будет, будет обидно. Потому что я не хочу скримера. А вот и скример, да? Вот он и скример! Дождалась! Вау, как было страшно. Все, да? Но я думала, на скримере, если честно, остановится. Он продолжает мне дальше листать. Подожди, а что не нажимать-то? Я, может, хочу нажать. Почему ты мне запрещаешь нажать? Зомбоящик, ну да, зомбоящик. Зомбоящик, зомбоящик. Ну подожди. Ну я обратно отсюда отлистывать назад не хочу. Сейчас примерно 200 канал-то закончится. Они ж не могут быть вечными. Они что, вечные? Ну подожди, ладно. Максимум у нас было, наверное, каналов 250-300. Я, конечно, не знаю, что там на них показывать. Их уже никто, блин, не смотрит. Но, блин, они все равно бывают. А может быть, где-нибудь нам надо нажать? Отключить. У меня уже в глазах рябит. И что? И что? Ну давай до 400 дойдем, а там, если что, перезапустим уровень, что я не знаю, как это делать, что это, почему так много каналов, их никто не смотрит, их даже нет. Ну давай, давай перезапустим. Ну давай вот так. Ни хрена не нажимается. Может быть, вот на этом? Нет, на этом тоже не нажимается. Нажмись. Так, какой-то снег у них идет. Ребят, у вас в помещении снег идет. Вы в курсе вообще? Так себе вы детективы, если даже потолок себе сделать не смогли. Хоть потолок сделать, а таком люди приходят, и вы такие... А у нас ничего нет, да? Может, плюс-минус? Подожди, нет. У них плюс меняется. А, это типа открытый глаз. Что делать? Что ты от меня хочешь? А здесь что должны были быть? Какие скелеты, которые ушли? Может, нам по музыке найти? Ну... Я не понимаю. Ну чё? Чё ты от меня хочешь? Ну так я не могу. Три брата-акробата. Ядрёна вошь. Подожди. Подожди. А можно вернуться? Я не хочу на этот уровень. Подожди. Так. Ага, двое не допрыгнули. Ага. 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 Я что-то вообще не вдупляю, что делать-то надо. Подожди. Подожди. Ай, да ядрить колотить. Подожди. Да ты прыгай! Прыгай, я тебе говорю. Нет, подожди. А как? Ага. Может, надо было не этот все-таки уровень-то открывать? Можно назад вернуться? Это что-то слишком сложное.
Они мне фак показывают оба. Втроем. Может быть, вот так вот? Ага. И треть колотить, подожди. Нет, ну подожди. А, три брата-акробата, они, может, должны друг на друга запрыгнуть. Подожди. Нет, подожди, он улетел. А! Не падай. Да подожди, он улетает куда-то. О! Блин. Так, а я не понимаю. Ну надо залезть на голову. Будь братаном. А в смысле братаном? Ну братан, да. За ручки возьмитесь и вместе идите. Как это? Чё, каким братаном быть? Чё ты от меня хочешь? Не, ну я поняла. Я поняла, что они должны спрыгнуть каждый... другому на голову. Это понятно. Так, подожди-ка. Так. Ай, он упал. Я не понимаю. Подожди, нет, ну, я еще раз повторю, я поняла, что ты от меня хочешь, но я не поняла, как это оформить. Ну, хорошо. Прыгают они одинаково, да? Нет, я не понимаю. Ладно. Ладно, давай мы с тобой на этой серии, я не знаю, остановимся. Если мы перезагружаем, он просто нам сейчас фак будет все показывать. Все будут факи показывать. Ну давай, ладно, мы с тобой на следующий раз оставим эту часть. Я прям не знаю. У меня никаких идей нет. Как им забраться друг на друга? Я не понимаю, будь братаном. Каким братаном? Может они вместе должны упасть, смотри? Давай вот так сделаем. Смотри, давай. Тык-тык-тык. Нет, не получилось. Не получилось им вместе упасть, к сожалению. Вот, может быть, изначально надо как-то сделать так, чтобы они... Я не знаю, что мне делать. Это максимально непонятный уровень. Вернее, он понятный, я поняла, что все три должны друг на друга запрыгнуть. Но когда вот этот запрыгивает на этого, он почему-то скатывается с него. Почему? Я не понимаю. Почему он скатывается? Он не должен скатываться с него. Ну, короче, ребята, давайте мы на сегодня закончим. В следующей серии мы продолжим. Поэтому всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарий, скидывайте это видео своим друзьям, вдруг оно им понравится. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ну и всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч в этой и в других игрушечках. Всем пока-пока от нас с моей собакой. Пока-пока!